Беспощадный российский футбол во всей красе. Очередной матч в рамках российской футбольной премьер-лиги. Сегодня ждем интересной и зажигательной борьбы. Это был Константин Генич, а вместе с ним в студии я, Георгий Черданцев. Посмотрим на состав Краснодара. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Состав «Зенит». Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Что нового приготовил для нас и, главное, для соперника Краснодар? В начале сезона команда находится именно на том месте, где и должна находиться. Они неплохо стартовали, да и говорить пока еще о титуле, конечно, рано, но клуб показывает именно тот футбол, который от него и ждут. Это несомненно. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Есть варианты для паса. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Хави Гарсия. Это может быть опасно. Он накручивается. Удар. Спасает голкипер ворота, но придется ему еще стараться. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Мяч. Это нарушение правил со стороны «Зенита», считает судья. Может получиться интересная атака. Такими действиями игру не обострить. Великолепный проникающий пас. Терпеливо ждут они своего шанса. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Мяч у соперника. Хави Гарсия. Мамаев. Кришин. Зенит на половине соперника. Навес. И здорово играет защитник. Пяточкой. Каблуком, как иногда говорят. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Хави Гарсия. Ибрагим Цалаков. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Ну а потом скажут, комментатор сглазил, и они из-за этого потеряли мяч. Краснодар в этой игре пока не забил. Олег Шат. И как пробил. Гол! Они вышли вперед. Это гол. По-моему, вратарь даже не понял, что происходит. Да происходит вот что. Шикарная передача и завершение такое же. Классика. Посмотрим, что изменится сейчас в игре. Команда пропустила, и теперь надо искать пути к чужим воротам. Мяч в зоне атаки. Олег Шан. Артем Дзюба. Доменико Кришит. Он был близок к тому, чтобы упасть, но все же устоял. Не так-то просто его обыграть. Две минуты и прозвучит свисток арбитра. Маурисио. 1-0. Погода сегодня не радует. Это ладно, мы сидим в теплой сухой кабине, а игроки, болельщики, судьи
непростые. Ну, по такой погоде вряд ли нам стоит ожидать сегодня искрометного футбола. Краснодар будет вбрасывать мяч, и до ворот совсем недалеко. Йетро Вильямс. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Фол со стороны игрока Краснодара, будет штрафной удар. Йетро Вильямс. И как опасно пробил! Игроку Краснодара можно постараться создать что-то опасное с этого вброса мяча из-за боковой. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Мяч летит в сторону ворот. Вступает в игру вратарь, все под контролем. А вот и потенциальная возможность для того, чтобы добиться ничьей угловой. Гарсия. Замена готовится в команде гостей. Решил тренер немножечко освежить игру, и давайте посмотрим, кто покинет поле. Великолепно исполненный пас в разрез. Йетро Вильямс. Мамаев. Атака остановлена, но кто получит мяч? Хави Гарсия. Новосельцы. Есть варианты для паса. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Тренер гостей готовит замену, по всей видимости. Игрок стоит уже у кромки поля, и сейчас арбитр даст отмашку, и футболист появится на поле. Основное время истекает через 20 минут. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Наставник домашней команды готовит замену. Ждет свистка арбитра игрок, стоит на кромке поля. Это может быть опасно. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Пас в разрез очень точно. Артем Дзюба! Мяч уходит на угловой, «Зенит» будет подавать. Вратарь не без проблем, но справляется с ударом. Плохая передача, и прерывает ее защитник. Еще достаточно игрового времени, 10 минут. Это... Игра остановлена после нарушения Краснодара, будет штрафной. Это горчишник, вполне справедливый. Решил пробить. И совершенно не туда посылает мяч игрок. Да, какой-то странный удар вышел. Обычно этот футболист ведет в таких ситуациях себя гораздо увереннее. Йетро Вильямс. Тут просто подарили мяч сопернику. Посмотрим за этой атакой. Откровенно плохой навес. Вратарь легко завладел мячом. Здесь защита справляется, мяч отобран. Уверенный вынос понижает степень напряженности этого момента до нуля. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Судья добавляет 3 минуты. Отличный пас в разрез. Это фол, штрафной удар.
стенка по шажочку, все двигается вперед и так скоро покинет пределы поля. Ну, ясно дело, судья назначает штрафную.